православная СНГ команда, ты ничего не понимаешь, все. Виха из Харькова, Пупей из Иркутска, сколько должно. Нормально, кстати, это неплохо. Самый крутой троллинг в истории человечества. На самом деле, оказывается, Virtus.pro не кикнули Лидана, или Дан кикнул Virtus.pro и остался. Он говорит, мешают мне эти четверо играть нормально в доту. Вот это сейчас был самый крутой троллинг в истории человечества. Он до сих пор продолжается, как бы. Или Дан на пике, как вы видите. Извините, какой-то глюк у нас произошел в системе, вы понимаете, у нас по-прежнему показывает только Иллиданов в составе.